Так, начинаем запись. Как паттерн из SVG превратить в полимодель? Берем, импортируем. Импортируем SVG. Вот он, SVG. Это у нас, по сути, много-много разных, как они там называются, сплайнов. Ну вот, как видно, изначально здесь как бы сами по себе-то сплайны нормальные. Они замкнутые, все, но они выдают вот такой такие косяки. Что мы делаем? Мы отключаем заполнение. Вот. У нас чисто вот паттерн, так сказать. Потом мы выбираем разрешение, чтобы линии более-менее были нормальные. Переводим это в конвертим мы это. А не, мы еще не конвертим. Извините. Мы сначала берем, делаем экструд. Да, буквально маленький можно. Не, лучше побольше. Вот, чтобы у нас появился. Ну, как сказать-то. Чтобы у нас получились. Получился нормальный паттерн без, короче, артефактов, которые изначально были, когда было заполнение. То есть, если мы смотрим. Сейчас у нас есть нормальный паттерн. Далее мы его переводим. Блин, да что такое? Конверт. А, у меня же режим. Переводим это в mesh. Вот все, у нас готовы стеночки как бы этого паттерна. Далее что можно сделать? Вот так раз. Что я там делал-то? А, вот. Берем мы. Присваиваем пивот. В центр этой всей штуки. Вот. И центруем ее по всем осям. И удаляем лишнее, чтобы у нас было меньше работы. Меньше работы.
меньше работы, меньше работы. Вот. Нажимаем F. F. Что я там вообще сделал-то? Да, поверху прошло. Это мы тоже F, теперь берем вот эту штуку. Можно нижнюю взять. Там удобнее будет. Вот, по сути, мы взяли вот эту штуку, выделяем вот этот edge, subdividим его, вот эту штуку в ноль. Вот у нас получилась такая штука. Ну, ngon, по сути. Теперь уже... А, вот. Ngon мы получили. Вот это нам уже не нужно. Вот эти штуки, чтобы не мешали, можно либо спрятать, либо отдетачить их. Я их лучше отдетачу. А, вот здесь я чуть-чуть косякнул. Здесь нам надо... чтобы они были в одной плоскости. Вот эта штука в одной плоскости. Теперь выделяем вот эти вот все штуки. Вот мы их выделили. Их тоже детачим. Далее я выбираю эти штуки, выбираю вот этот. Так, кстати, надо удалить нахрен этот материал. Что-то мне не нравится. Вот, выделяем эту штуку, выделяем ngon. Нажимаем А, так, переходим в вид сверху, переходим в Edit Mode, а не, сначала мы вот так вот делаем, выберем сначала вот эту всю фигню, переходим в вид сверху и Knife Project, Knife Project, и он будет сейчас долго думать. Не, смотри-ка, недолго. Вот это мы можем уже убрать, это нам не нужно. А вот эта штука у нас уже вот готова. Теперь мы отсюда убираем вот эти вот все ненужные штуки. Все готово. Так, вот у этих штук тоже мы тут вот уберем лишнее. Нам это уже не нужно. Удаляем. А, это в нормальном положении находится. Это мне надо будет вывести.
Ctrl-J, объединяем в один mesh. Далее Mirror X, Y. Клип ставим, чтобы все соединилось. Все, можно добавить этого. Вот этого, короче, можно добавить. Это в разные стороны крутится, потому что у них разная ориентация нормалей. Это можно увидеть вот здесь, наверное. Или нет. А, ну да. Нажимаем Alt-N, Recalculate Outside. Нет, ни хрена. Так. Сейчас, а боже, затем. L. Вот флип. Вот теперь у нас одинаково. Штука идет. Выбираем Auto Smooth. Smooth. Smooth Shading. Вот. И... Да, наверное, 30 ставим вот так вот. Ой-ой-ой. Вот здесь появились косячки. Косячки у нас вот произошли вот из-за этой штуки. Вот видите. By distance. Пусть будет вот так. Ну, короче, ладно. Вот эта штука работает. Значит, это будешь делать. Что это за хрень? Ну ладно, и вот, и в чем прикол-то надо, чтобы дальше с этим что-то делать, надо вот такие места. Ну, чтобы Bail применить, например, или еще что-нибудь. Вот такие штуки надо закрыть. Вот таким образом. То есть остальные можно ингоны оставить, а вот все вот эти повороты, их надо вот так вот зафигачить везде и убрать вот эту вот, вот такую фигню. Вот такую фигню, вот такую фигню. Вот такую фигню, то есть... Ну, я не знаю, я во всяком случае сделал так. То есть вот так вот я это убрал. То есть вот это я добавил. Это муторно немного, но как бы я не знаю, как по-другому это сделать. Вот, и в итоге у меня получилось вот такая штука. То есть я здесь могу применять Bevel.
Bevel. Ну вот, все вот эти штуки я закрыл. Ну, пришлось это сделать вручную. Но получил такую штуку, что можно контролировать как бы толщину. Блин, у меня все тормозит, хуй. Компьютер с 2009 года. Я вообще не знаю, как он все переваривает. Я недавно обновил видеокарту. И вроде как более-менее еще стало. Ну, то есть не знаю, зачем такая вообще такой паттерн. То есть вроде какой-то должен быть потолок, я не знаю, куда такой потолок пойдет уродский. Я бы в жизни такой не делал потолок. Ну вот, и Bevel можно чутка. Уменьшить или добавить, например. Ну то есть по чесноку тут надо сетку реально поправить, убрать эти ингоны там. Ну как бы, мне кажется, и так сойдет. Так сойдет. Select similar bevel. Similar bevel. Попробуем еще сделать. Да, вот так еще можно сейчас контролировать. Лучше по углу, конечно, сделать. Ну, короче, вот паттерн готов. Это суть. Вот так он был сделан.